В Крыму почтили память молдавских воинов, павших на горе Мангуб при осаде крепости в 1475 году. Участники акции возложат цветы к мемориальной доске и прочтут молитву. На месте работает наша съемочная группа на прямой связи со студией Линуза Бурсиитова. Линуза, вам слово. Здравствуйте, Султания. Сейчас мы находимся у Мангубской цитадели. Здесь читают молитву в память о погибших молдавских воинах. Далее состоится возложение цветов к мемориальной доске. После пройдет ознакомление с проектами «Молдаван России», которые, в свою очередь, направлены на воссоздание и сохранение исторической памяти. И в завершении мероприятия состоится знакомство с молдавским гостеприимством. А сейчас рядом со мной находится Людмила Корсун. Это председатель Федеральной национально-культурной автономии «Молдаван России». Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как давно отмечается это мероприятие и сколько присутствует сегодня человек? Сегодняшнее мероприятие для всего молдавского народа имеет очень важную историческую значимость. Мы чтим и помним память усопших 300 молдавских рыцарей, которые отважно защищали мангубскую землю, также сложили свои головы. На сегодняшний день приехали гости из Москвы, других регионов России, а также крымские молдаване и наши гости и друзья. Более 80 человек присутствуют и участвуют в данном мероприятии. Спасибо, Людмила. Более подробную информацию вы можете увидеть в вечерних выпусках «Хабер-Лер». На этом у меня все. Студия.